Ну что ж, сегодня знаменательный концерт для нас. Мы впервые в этом замечательном городе, хотя здесь у нас очень много друзей, которые, к сожалению, известны нам только в виртуальном виде. Но мы сегодня покажем вам то, что мы создали за эти 35 лет. Никогда не думали, что ансамбль с таким веселым названием просуществует так долго. Это получилось совершенно случайно. Возможно, благодаря усилию песен. Так что я приглашаю вас совершить путешествие в абсолютной крематории. И сейчас мы хотели бы сыграть песню, которая посвящается всем вам и каждому из вас. Всем нашим многочисленным поклонникам, которые существуют на этой земле. И у нас, когда получается возможность встретиться с ними, мы играем эту песню как посвящение тем, кто был одним из нас, кто двигался с нами все это время, кто всегда останется в нашем сердце.